Слава Украине, героям слава. Смотрите, интересная новость опять-таки из Херсонской области. Там в Береславе есть такой небольшой рецентр. Там есть педагогический колледж. И вот коллаборант, изменник, его директор Костюк собрал педагогический коллектив и потребовал от них перейти на сторону тьмы, на сторону фашистской России, на что был послан в известном направлении, туда же, куда пошел крейсер «Москва», ну и все остальные 13 российских кораблей вслед за ним. Надо сказать, что ни один человек из Береславского колледжа не согласился переходить на сторону фашистов и остался верен Украине. Таким образом, сейчас у русских там нет ни колледжа, ни преподавателей, ни студентов. Есть один коллаборант, который перешел на их сторону, но которого очень скоро ожидает справедливый украинский суд. Слава Украине!